Дорогие мои друзья, приветствую вас на моем канале. Хочу поделиться я сегодня с вами вот моим задним двориком. Сколько проделала я работы. Давайте прогуляемся, посмотрим. Под персиком тоже я почистила. Персик поднимается. Сделала еще одну лунку, посадила я туда внутрь. Персик, косточку, вот в эту луночку. Посмотрим, выйдет. Что выйдет, выйдет. Столько работы, еще много здесь сделала. Вот так мой участок весь обработала. Вот надо сделать лунку еще здесь под орехом, под оливкой, друзья. Вот орех вот здесь распускается большой. Здесь тоже покопала, надо травку снять. Видите, как я все это сделала красиво, друзья. Угу. Все это покопаю под этими деревьями. Уже потом газончик, как раз к тому времени трава поднимется. Видите, как я сделала. И муж покосит. Есть у нас такой трактор, который, ну как механик, который косит. Косилка, наверное, друзья, называется, да. Участочек у меня сзади дома. Здесь я тоже вчера покопала. Вот там почистила. Тут вообще земли нету. Совсем земля здесь такая жесткая, глиняная. Ну, я вот так сверху. Может быть, отсюда немножко землю возьму и перенесу. Просто сверху посыплю. Здесь совсем земли нету. Песок и камешки. И красная глиняная земля. Это вообще... не очень. Ну, растет на ней. Вот видите, орех тоже. Ой, гранат.